Яблони цветут вовсю. А вот камни таят вот такие сюрпризы. Это аммонит, окаменевшая ракушка. Она жила на нашей планете давным-давно, в протоокеане Тетис. Полагаю, что эту тропинку в лесу натоптали не просто так. Она нас должна обязательно к чему-то привести. Сейчас мы проверим мою догадку. Ну, конечно. Вот он. Вот он. Мегалитический дольмен. Сооружение рук человеческих эпохи ранней бронзы. Кто его строил, зачем, никто не знает. Эта загадка долго еще будет мучить умы научных работников и тех, кто любит познавать все незнамое. Дольмен с фронтальным отверстием, практически вросшим в землю. Вот из таких камней вот сколько должна весить одна такая глыба? Как их строили люди? Без каких-то специальных инструментов, оборудования. Ума не приложу. Посмотрите, как интересно корни выпирают. Ужас. И вот таких дольменов только в окрестностях Майкопа ученые насчитали более 2500. Так и называется Майкопское дольменное поле. Вот он, дольмен настоящий. Ну а вот и Беловодье. Как раз, кстати, я об этом месте вам расскажу отдельно, потому что очень устал, тем более еще, кажется, дождь собирается.